Трансформеры! Море меняется. Эй, Шершень, ну как тебе водные лыжи? Нет! Ух! Шершень, ты был великолепен! Ага, как подводная лодка. Эй, смотри, первая вечерняя звезда. Скорей загадывай желание. У меня одно желание. Больше не ездить на водных лыжах. А твое какое? Нет, не скажу, Шершень, а то не сбудется. Продолжайте работать. Приказ Десептитрона должен быть выполнен. Когда-нибудь мы свергнем Десептитрона и вернем планету в свои руки. Пора подкрепиться. Доставить мне сегодняшнюю порцию. Ты! Нет, прошу вас. Стойте! Осторожней, друиды! Мы не должны портить наши естественные источники! Ты же компьютер! В тебе нет жизни! Зачем ты уничтожаешь нас? Я так запрограммирован! А из вас, Тулакян, получается такая великолепная энергия! Чак, ты в порядке? За работу! Нет! Бей проклятых оккупантов! Они совсем обнаглели! Мои энергетические закрома не должны пустеть! Все друиды в сектор Y! Бесполезно, Десептитрон! Они сбежали! Я должен оповестить десептиконов немедля! Ну, хватит, спасатель! Загадать желание на первую звезду это я понимаю, но ведь нельзя же загадывать на все звезды подряд! Шшш! Пришло сообщение! За номером 11000! Ты прав. К тому же послание издалека! Несомненно, очень сложная криптограмма. И пока я не смог расшифровать ее во всех деталях, можно лишь утверждать, что мы наблюдаем несомненный сигнал о помощи. Другими словами, кому-то требуется помощь. Я возьму шершня, микроскопа и спасателя. Но ты, Оптимус, слишком велик. Не беспокойся, Космос. В этот раз, ребята, вы будете работать без меня. Удачи вам! Ты разобрался с этим сигналом, микроскоп? Не спеши, я должен рассмотреть получше. Но мы уже на месте. Вот ведь пристал. Слушай, если хочешь. Я обнаружил сходство с передачами, применявшимися во время Третьей войны Кибертрона. Так ты хочешь сказать, что... Что это сигнал СОС, используемый десептиконами? Тревога, тревога, в атмосферу вторгся противник. Автоботы! Друиды, уничтожить автоботов! В нас попали! Приготовиться к аварийному приземлению! Смотрите, он сейчас упадет как раз между нами и колодцем трансформации. Ох! Ох! Нет! Вся краска потрескалась! Ох! Уничтожить автоботов! Всем в укрытие! Скорее! Вот и пусть дерутся, а мы смоемся! Нет! Если они сражаются с Десептитроном, они наши друзья!
Ой, похоже, у нас здесь есть не только враги, но и друзья. Меня зовут Алана. Спасибо, что спасли мне жизнь. О, я спасатель, то есть к вашим услугам. В чем дело? Почему ты покраснел? Как я рад снова увидеть десептиконов. Вы, наверное, утомились после долгой дороги, не правда ли, а? Мы прибыли, как только получили твой сигнал о помощи. Ты сказал, что здесь высадились автоботы? Да, мои друиды преследуют их. Великолепно! Алана, скажи, а что это за колодец трансформации? Это наш секрет, который Десептитрон никогда не узнает. Все, мы пришли. И здесь мы должны расстаться. Опять друиды. Колодец трансформации. Наконец-то мы достигли твоих вод. Мок, осторожней, друиды сзади. Что случилось? Куда он исчез? Ха-ха-ха. Скажи им, Алана. Колодец трансформации дезинтегрирует тело. Он оставляет только дух, который затем может быть превращен в любую другую телесную оболочку. Ого! А можно я попробую? Нет. Вы роботы, а ты видел, что произошло с друидом? Это опасно. Ух! Встретимся возле водопада. Там безопасно. Ты умеешь плавать? Умею ли плавать я? Тогда увидимся там. Она меня поцеловала. Романтик, ватные мозги, пошли отсюда! Вот это место. Пошли! Смотрите, лазерник! А вот и Мегатрон! Держитесь за мной, мы идем купаться! Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Если автоботы живы, мы пришлем их здесь раз и навсегда! А вот и они. А где Шершень? О, нет! Он остался наверху. Куда вы девались? Бархан, а вон один из них. Автобот, ты мой пленник. Мы должны выручить Шершня. А я-то думал, что весь ваш народ порабощен Десептитроном. Не весь, спасатель. Смотри. Мок, Алана, вы на свободе? Но кто эти роботы? Слуги Десептиконов? Это автоботы, наши друзья. Но одного из них схватили Десептиконы. Так значит, что его могут вынудить рассказать тайну колодца? Я вам ничего не расскажу! Космос, может, мы займемся собственным техосмотром?
К сожалению, у шершня может не оказаться времени на ожидание. Тлалок дал мне несколько воинов, и мы сейчас пойдем его спасать. В таком случае возьмите вот это, вам пригодится. И это тоже. Бомбы? Спасатель, плыви к поверхности. Мы встретимся наверху у пещеры. Опять эти жалкие бунтовщики! Однако у них оружие автоботов! О, рыбокрысы! Эти взрывы мешают моим исследованиям! Забудь про исследования! Эти бунтари хотят быть уничтоженными! Так давайте предоставим им эту возможность! Шершень передает нам свои координаты! Держись, Алана! Что? Никто не смеет безнаказанно вторгаться в мой замок. Наказание за это смерть. Ой. Нет. Они не должны уйти. Шершень, иди за нами. Мы отведем тебя к твоим друзьям. Шершень, мы встретимся там. Иди скорей. Ну, спасатель, я... Мы должны спешить. Смерть! Друиды! За ними! И затем они ворвались сюда. Просто какое-то механическое варварство. Остынь, Десептитрон. Но это было... Надо будет перепрограммировать этот истерический механизм. Я слушаю тебя, Лазерник. Я включу тебя снова, Десептитрон, но только потому, что мне нужен твой монитор. Однако держи свой синтезатор на замке. Секретный город Тлалакан? Отличная работа, Лазерник! Мы скоро к тебе присоединимся! Спасатель, ты не сможешь перебить их всех! Надо отступать в пещеру! Любой человек из вашего племени может преображаться. Ты и вправду думаешь, что я растворюсь, как этот друид, а? Но ведь ты тоже механизм. Стало быть, для тебя я только машина? Спасатель, ты мой друг. Может, для тебя я всего лишь консервная банка, набитая транзисторами? Но я так не считаю. Мое сердце выглядит как энергоновый насос, но оно чувствует, вот в чем дело. Нет, спасатель, стой! Я выясню все. Спасатель! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. О, мой бедный спасатель, я тебя так люблю. Любишь? Правда? Спасатель! Думаю, это я. Подожди минутку. Ну, как тебе это нравится? О! Извини, я все же немного робот. Но ты мне нравишься и роботом. Я думала, что кто-то... С таким телосложением, как у меня, тебя не заинтересует. Да что ты? Давай искупаемся.
Ты хорошо провел разведку, лазерник. Так значит, эти людишки тоже трансформеры. Ха! Вот я сейчас как трансформирую их деревеньку в кучу камней! Что происходит? Это Мегатрон! Скорее! Спасатель, нет! Ты больше не робот! Ха-ха-ха! До свидания, рыбье рыло! Бестолку! Я не могу сражаться с ними так! Пожалуй, мне стоит вернуться в мое старое тело робота и устроить Мегатрону главный сюрприз в его жизни! Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя одного? Громила! Похоже, эта сладкая парочка у них в вожаках! Немедленно уничтожить их! С превеликим удовольствием, босс! Сюда! Быстрей! А теперь приготовьтесь встретить свою... Что происходит? Должен думать о дереве. Это твой последний шанс. О большом дереве с огромными корнями и раскидистыми ветвями. Иначе тебе не миновать полного уничтожения. Да-да, я стараюсь. Ой, чуть не помер. Эй, подождите-ка. В чем дело? Спасатель? Выходит, той огромной рыбой был ты? Это невозможно, это обман. Вперед, спасатель, дело не ждет. Нравится? Ух ты, ого. Это временно для борьбы с десептиконами. Но я думаю, что цвет подобран неплохо, правда? Ха-ха, славный план! Ну, если ты теперь настоящий автобот, трансформируемся и поехали! Друиды! Друиды! Уничтожить автоботов! Хорошо стреляешь, Алана! Теперь разберемся с Десептитроном. Долго мы не продержимся. Мегатрон, это Десептитрон. Ты должен спасти меня. Мой плавучий город атакован. А меня это не волнует, истерический компостер. Но ведь тогда хранилища Энергона будут уничтожены. Мне нет дела до этой плюшки, но Энергон должен быть спасен. Похоже, у них произошло спонтанное перепрограммирование. Ты готов, Десептитрон? Готов, хозяйка. Я ожидаю приказаний. Вызови друидов. Они должны атаковать десептиконов. Друиды, готовься к бою. Эй, спасатель направляется к энергоновым кладовым. За ним! Десептитрон, мы видим врага! Уничтожьте автобота, но не прикасайтесь к Энергону! Что происходит? Уничтожить вражеских захватчиков! Десептитрон, отзови своих друидов, пока они взорвали весь Энергон! Десептитрон более ничем не управляет. Мы, Тлалаканы, берем власть на планете в свои руки. Эй, что происходит?
Трансформируйся, лентяй, и сматываемся отсюда! Иди, астроболван! Меня забыли! Я прошу прощения за то, что случилось с вашим городом. Это того стоило. Главное, что мы освободили нашу планету. Алана, так ты не останешься роботом? Я только человек. Да, я думаю, так, наверное, лучше. Но это не значит, что я не люблю тебя. Не обязательно выглядеть одинаково, чтобы чувствовать одинаково. Да? Да. Ура! Смотри, первая вечерняя звезда. У тебя есть желание? А для чего? Ну, знаешь, древний предрассудок. Хотя, не бери в голову. The Transformers will return after these messages. Перевод Кирилла Болотова, инженеры видеомонтажа Игорь Кириллец и Александр Зуев, звукорежиссер Михаил Киомпе, текст читали Галина Пристенская, Михаил Черняк и Вадим Гущин.